Крымский футбольный союз проводит образовательную деятельность для всех специалистов, вовлеченных в развитие футбола. Это касается также наших судейских кадров, футбольных, футзальных. И в рамках этой деятельности Крымским футбольным союзом при содействии Международной федерации футбола, ФИФА, был организован и проходит курс для судей по футзалу. Длительность его составляет 5 дней. И его инструктором является один из лучших инструкторов ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, господин Ясухиро Мацузаки, который представляет Японию. И с его помощью наши инспекторы, наши инструкторы местные, также наш судейский корпус должны будут ознакомиться с последними изменениями, которые произошли в правилах игры в футзал, должны будут получить ответы на те вопросы, которые их интересуют, касающиеся правил игры, а также получить практические советы по тому, каким образом можно улучшить и повысить качество судейства. Получается, этот курс в новом году первый для судей по футзалу. В данном курсе принимают 23 участника и судей, и 8 инструкторов. В этом году также планируется еще такой же курс, только для судей по футболу. В данном курсе проходят теоретические и практические занятия, сдают фитнес-тест и также видеотесты. First of all, big change. Уровень судейства в Кыргызстане значительно увеличилось. Насколько он помнит, когда он первый раз приезжал в Кыргызстан, уровень судейства был очень низким. Единственным судьей, который отвечал мировым стандартам, был Нурдин Букуев. Но сейчас уровень судейства очень на высоком уровне, и почти все рефери соответствуют международному стандарту. Мистер Мацузаки просит Кыргызский футбольный союз поддержать судей в их обучении и в их прогрессе, чтобы не только национальная команда или команды выигрывали, но и выигрывало кыргызское судейство. У кыргызских рефери по футболу есть большой потенциал судить на международном уровне, и поэтому он надеется, что увидит и кыргызскую сборную, и кыргызских судей на чемпионате мира по футболу.